Канада – страна с одной из самых развитых систем образования. Quantum Academy представляет. Однажды Джон проснулся и посмотрел в окно. Ему вчера исполнилось 55 лет. Он вдруг вспомнил, как в детстве он смотрел голливудские фильмы о ковбоях и мечтал стать актером. Но то, чем он занимается каждый день на работе, совсем не похоже на его былую мечту. Может быть, надо было поступить в Quantum Academy? Кто знает, кем бы он был сейчас? Аль Пачино или Брэдом Питтом? К чему, собственно, здесь Джон с Quantum Academy? Дело в том, что помимо дополнительных своеобразных предметов, эта школа помогает своим питомцам не только сформироваться как личность, но и помогает им, что называется, найти себя. Ну и что, скажете вы? Профориентация? Так это то, что любая школа предлагает своим ученикам. Обратите внимание еще раз. Помогает им найти себя. Не выбрать специальность и даже не карьеру, а именно найти себя. Найти себя – это значит выявить свои способности и найти им применение в профессиональном и карьерном смысле. Проще говоря, монетизировать свои таланты. Очень многие по-настоящему успешные люди не просто выбирали доходную профессию, они были в ней ведущими. И ведущими они были, поскольку это была их стихия. Бывают самые невероятные карьерные виражи. Невыносимый болтун стал ведущим ток-шоу. Троечница, у которой только кино было на уме, теперь ведет свою колонку кинообозрения в популярной газете. А известный баламут, у которого вся школа ходила в друзьях, теперь продает рекламу. Как шутил один журналист, все хулиганы, которых он знал в школе, в профессиональном смысле разделились на две равные части. Одни сидят в тюрьме, а другие работают в полиции. В той же самой Quantum Academy был ученик, чьим любимым времяпровождением было хакерство. Взламывание чужих компьютеров и компьютерных сетей. Он не просто проводил за этим занятием все свое свободное время, а был в нем самым настоящим виртуозом. Теперь, благодаря этой школе, у него блестящая карьера специалиста по кибербезопасности. Кстати, весьма высокооплачиваемая. И подобных примеров очень много. Как говорится, не надо наступать на горло собственной песни. У каждого человека есть свои таланты. Только надо их вовремя обнаружить и направить в правильное русло. А именно, выбрать соответствующую профессию, с которой ваш талант будет приносить вам то, чего вы заслуживаете. Что может быть лучше, чем хорошо зарабатывать, занимаясь любимым делом? Это как раз то, чем вам поможет Quantum Academy. Конечно, как всегда, важны связи и простое везение. Но это уж какая карта вам выпадет. Добро пожаловать в Quantum Academy. Это дорога, которая приведет вашего ребенка к желанной цели.